Інформаційна служба телерадіокампанії «Гомель» протягує роботу у ефірі. У студії працює Євген Побаловець. Добрий вечір. Глядіть у гэтым выпуску. У Гомельской області з візитом знаходиться науковая делегація Японії. Методи профілактики і лечення сердечно-сосудистих захворюванняў абмеркавалі сёння удзельнікі міжнароднай медицинской конференции. Вартавальники Беларуси и России провели суместное вучение на приграничной территории. Школьники Шашерского района перемогли у конкурсе дитячих СМИ. А зараз об этом меньшем больше подробязно. Управление Министерства по надзвычайных ситуациях Беларуси и России сегодня провели суместное вучение на приграничной территории. Яны включали ликвидацию наступства дорожно-транспортного здарения с уделом трех автомобилей. Вартавальники обменялись передовым опытом и продемонстрировали сучасные техничные сродки. Подробязней расскажет Максим Савин. По легенде, в учении на мяжи Беларуси и России отбылось тяжкое ДТЗ. Есть поранены, до того же на дороге разлито палево. Ускладняя ситуацию затор транспорту, який за наступство здарения растягнулся на 3 километры. Надзвичайная ситуация потребовала применения усяго сучасного арсенала, что есть зараз на службе у белорусских и российских вартавальников. Подъездные шляхи до места здарения контролируются с вышини с допомогой двух квадрокоптеров. Картинка в режиме реального часу передается на великий экран. Это на мове специалистов называется авиационной разведкой. За обоих боков десятки транспортных сродков, выратовальники, специалисты химической службы, медики и психологи. Суместные улучшения такого масштаба отбылись у першиню. При любой чрезвычайной ситуации это все вывозится. На любую чрезвычайную ситуацию, будь то загорание, пожар или ДТП. Взяли на себя функцию спасания при чрезвычайных ситуациях, при ДТП. И я скажу, ну, мы жизни людей спасаем, и как бы это не десятки, не единицы, а сотни жизней. Каждое утро старший оперативный дежурный Главного управления МЧС России по Брянской области организовывает взаимодействие с оперативным дежурным МЧС по Гомельской области. Это каждый день проходит обмен оперативной обстановкой, особенности которой ситуация складывается в приграничных районах. Но характерные риски для нас – это, естественно, лесные пожары, торфяные пожары и дорожно-транспортные происшествия. Вартавальники поспехово отпрацавали навыки по деблокированию потерпелых за автотранспорту, оказанию им первой медицинской и психологической допомоги, ликвидации наступствов разливу палева. С техничного пункта гледжания передовые технологии есть и у России, и у Беларуси. Такие суместные улучшения позволяют обмениваться опытом и узмацнять контакт помеж пожарно-вартовальными подразделениями для взаимодействия у приграничи. Евген Побаловец, Максим Савин, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель». У Гомельской области с двухдневным визитом находится науковая делегация с Японии. У ее складе профессоры, докторы наук, доценты, а так само аспиранты и студенты японских университетов. Гостей цікавить боротьба с наступствами радиационного забруджвания. Тут у Японии и Беларуси, как известно, шмат агульнага. С розницей у 25 годов Украины сутыкнулись с наступствами аварий на атомных электростанциях. Беларусы охотно делятся назапашенным опытом. Например, за 5 опошних годов Гомельский институт радиологии наведала больше за 30 делегаций из Японии. Але не только науковые напрацовки цікавить гостей. Авария на ЧС повлияла не только на экологию и здоровье людей, но и на другие сферы жизни. Нас интересует именно образовательная сфера. Впечатляет то, что у вас в школе дети получают радиоэкологическое образование. Вместе с учителями они думают над тем, как преодолевать последствия аварии. Программа визиту так само запланована наведывание университета имя Франциска Скорыны, Полесского радиационно-экологичного заповедника и шерху населенных пунктов Хойнікскага района. На протягу года диагноз инсульт ставят больше к 5000 жихаров Гомельской области. Снижать колькость сердечно-сосудистых захворваний, лечить на початковых стадиях и увогуле попереживать их узникнение. Об этих и многих інших задачах, что стоять перед системой охраны здоровья Беларуси, ішла размова сегодня подчас международной конференции. Я надбылась в областном клиничном шпитале инвалидов айчинной войны. С выниками ознайомилась Марина Северьянова. Звыш 200 навуковцев с Беларуси и медики из Украины обменялись самым каштовным опытом, как сберегчи здоровье и заховать життё людям, которые пакутают от сердечно-сосудистых захворваний. На базе шпиталя поспехово працует отделение, куда трапляют пациенты, яким до диагнозу инфаркт альбо инсульт заставался усяго крок. После хирургичного вмешательства рызыка прогрессирования хвороб значно снижается. На базе ГОСТа открыта школа инсульта. Ежемесячно собирается контингент людей, которым рассказывается профилактика
профилактике инсульта, о проблемах инсульта, как избежать этой проблемы, о лекарствах, которых необходимо принимать людям, чтобы себя ограничить от этой проблемы. Не глядя на то, что колькость людей, которые перенесли инсульт альбо инфаркт, отрымалось крыху скоротить, проблем еще достатково. Например, когда врачи лечат симптомы, они шукают первую причину погоршения здоровья пациента. Але цудодейной пилюли не існує. Коли сподеваться только на силу леков, можно стратить самое головное – час. Научить районных врачов правильно диагностировать и вести хворых с кардиологичными проблемами – задача номер один. У нас уменьшилось число инсультов на трудоспособном возрасте. И я считаю, что здесь вклад и нашей кафедры, университета в том числе, потому что мы объездили все районы Гомельской области и, в принципе, проговорили, проработали с врачами концепцию, как правильно лечить, как правильно вести пациентов, чтобы инсульт не произошел, не случился. Часто здарается так, что нежелание стоять у чарзе у поликлиницы и дренное самоотчувание промушают у людей ставить себе диагноз и навод подбирать лечение самостойно, проз интернет. Эра информационных технологий захопила не только молодь, але и больше сталое поколение. И зараз каждый сам себе врач. Более часто обращаться к врачам, ведь основная причина у нас – это плохая обращаемость пациентов к врачу. Обычно все сидят дома, что-то пытаются лечить самостоятельно, смотрят какие-то изменения в интернете. Вот хотелось бы предупредить, что там ничего не найдешь. Головное, нагадывают врачи, это простая профилактика. И займаться ею треба, коли человек еще абсолютно здоровый. Марина Северьянова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Выездный профсоюзный прием громадян проходил сегодня у Ветковском районе. Жыхары смогли звернуться со своими пытаниями до специалистов. И какие темы огучивались, доведался Дмитрий Котов. Подобные выездные приемы представники профсоюзов проводят каждый месяц. Как означают специалисты, пытания завсёды практически однольковые, независимо от района и сферы, которую представляет работник. Выключения не было и на этот раз. Например, один из воротов включил пытание, что делать, когда наймальник не своечасово выплачивает заработную плату. Была оказана помощь в том, что было рекомендовано обратиться в профсоюз, объединенную организацию районную, где будет оказана ему помощь, написание письма нанимателю о причинах задержки выплаты заработной платы. Ветковский спецлесгаз, на базе якого проходил прием, одно из основных предприятий района. Зараз тут працует больше за 200 человек. Предприятие активно развивается, освоивая сучасные технологии, укореняя у творчий процесс новую технику. Зусім недавно набыли одну из опошних моделей Харвестера. Это позволило увеличить объем вытворчести и при этом минимизовать риск вытворчего травматизма. Однако механизация працы привела до необходимости оптимизации колькости работников. 9 человек оказались под погрозой звольнения. Мы пошли по другому пути. Не сокращать, а наоборот увеличить объемы производства. То есть нарастить объемы переработки древесины и реализации. И они пошли сегодня у нас с бензопилами, продолжили работу. Мы им обеспечили объемы. Керовництво Ветковского спецлясгаса смогло не только не допустить скорочения колькости работников, але и створить еще несколько працовных мест. За прошлый год на предприятие працало откованы 15 человек, что стало махчимым, дякуючи повеличению объемов вытворчести и поширению рынков сбыту продукции. Дмитрий Кота, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Напередодні дня визволення Гомеля від німецько-фашистських захопників у обласній бібліотеці відбулася зустріча з Олексієм Піменовим, ветераном Великої Отечественної війни, героєм книги «Разом со славним». Удільники так само змогли познайомитися з автором видання, журналістом Миколаем Дзямчихіним. Спецотряд «Славний» у ліку інших розвідувально-диверсійних отрядів дійнішов у тилі ворога. Так склалося, що про партизанський рух у гади Великої Айчинної ми відаємо много, але про отради спеціального призначення інформації певний час не хапало. Гэти пробіл вирішив ліквідувати Миколай Дзямчихін. У виданні розказується про дійні отрада «Славни», одним з бойцов якого був Олексій Піменов. У лютом 1942 року він відправився у бойовий поход на часово окупірувану територію. 16-годовий хлопець витримав усі нягоди партизанського життя, пройшовши по Бранській, Гомельській, Могильовській, Мінській і Гродінській областях. Я пацаном участвував в цьому отряді комсомольцем славний. Знаю, що таке війна. Пройшов всю війну з знаменитим спецотрядом «Славний». Гэты отряд один из самых действенных. У 34 открытых боях разгромлены 23 фашистские гарнизоны. Подорваны 22 эшелоны и бронетягник.
Больш за два гады бойцы провели по той бок линии фронту. У липені 1944-го спецотрад «Славны» случился с частками Червоной армии. Школьное радио из невеликого агрогородка Гомельской области отримало признание на республиканском уровне. Радиохваля Залесского ясли-сада средней школы стала переможцей республиканского фестивалю конкурсу дитячих СМИ «Свежий ветер». С чего начиналась история маленького СМИ и каким был шлях до перемоги, ведая Ганна Ковалева. Здравствуйте! И это снова мы, Алексей и Дарья. И как всегда в эфире радио «Школьная перемена». Позывные радиостанции «Школьный перапынок» гучат каждую среду. Новины, огляд поспеховости вучнев и даже віншаванне именинников. Усё это контент школьного радио. С этой студии, размещенной у наставницкой, за 6 годов провели больше как 200 эфиров. Змянились уже 3 поколения ведущих. Зараз голосы радиохвали это девятиклассники Даша Верталь и Леша Ралков. У дуэте яны працюють амаль год. За этот час отчули напружение прямых эфиров и густ популярности. Ну, сначала это очень было страшно, потому что как только подумаешь, что тебя будет слушать вся школа, ну, становится не по себе. Когда уже провел радио, и выходишь на коридоры, бегут и говорят: «Это ты была, это ты читала». Для вещания пристосовали 10 динамиков, микрофон и узмацняльник. Аудитория слухачев амаль 200 человек. Эфир должится один перапынок 15 хвилин. Материал для 4 рубрик рыхтуют у субботу. Экстренные новины часом уносят залеченные хвилины до эфиру. Одна из самых рейтинговых рубрик – наша поспяховость, у якой огучивают самых злостных двоечников тыдня. У вынику показчики в учебы резко пошли вверх. И вы знаете, даже не ожидали такого вот резонанса. То есть эти же дети бегают: «Ой, меня сегодня назовут, а может, я еще успею исправить, а может, не заносите меня в список». То есть они просятся, и даже старшеклассники как-то вот, мы общались, думали, ну как-то старше, но все равно. Нет, говорят, знаете, не очень приятно, когда те же малыши ходят и говорят: «А, тебя сегодня называли, ты двойку получил». То есть вот как-то, да, есть такое у нас. Педагоги бачат у радио пляцовку для профориентации и самокирования в учнях. Подтверждают это уже выпускники. Один из былых радиоведущих зараз учится журналистской профессии. Задумываются об этом и теперешние радиодиджеи. Журналист мне нравится профессия. Я даже когда проходил тест на профориентирование, ну, там мне выпала профессия журналиста. Задумываюсь о том, чтобы на журналиста идти. Недавно Леша и Даша стали одними из переможцев республиканского фестиваля конкурса дитячих СМИ «Свежий ветер», удел у яким приняли амаль 600 юных журналистов. Радиодуэт «Залесье» стал лепшим у номинации «Разностайность жанров». Очень приятно были, скажем так, удивлены, что мы все-таки были в числе победителей. Я думаю и вижу, что каждый эфир с каждым разом, хоть уже и 6-й год он радио у нас функционирует, но с каждым эфиром у нас все более качественно, более интересно проходят эти передачи. По выниках минулого года Залесские ясли-сад средней школы признаны лепшими у Чачырском районе, у тым ліку и дякуючи радио. У планах повеличить эфирный час. Журналистский опыт Залесья презентовали керівникам и інших школ района. Некоторые из них так само задумываются об створении своего радио. Ганна Ковалева, Дмитрий Радянко, телерадио компания «Гомель». С 27 листопада по 1 снежня у Гомеля пройдет другий форум классичной музыки. Сёлета ён носіць назву «Аб'ядноўваючы культуры» і закліканы пазнаёміць слухачоў з музычнай спадчынай іншых краін і народаў. З гэтай мэтай рыхтуюцца 4 рознажанравыя канцэртныя праграмы. У першы дзень форума 27 лістапада ў каледжы мастацтваў імя Сакалоўскага прагучаць лепшыя творы рускай класікі ў выкананні Гомельскага сімфанічнага аркестра. Наступныя 3 канцэрты будуць ладзіцца ў гарадскім цэнтры культуры. 28 листопада тут отбудется вечер яурейской музыки «Танец солнца и огню». А 29-го в выконании артистов гомельских городских оркестров и запрошенных гостей прогучать популярные классичные творы от европейских маэстро. У заключный день форума 1 снежня у ХЦК пройдет концерт запальных и неповторных латиноамериканских ритмов. У гэтый вечер за дирижерским пультом будет працавать первый секретар посольства Боливарианской республики Венесуэла у Республики Беларусь Херардо Эстрада. Нашей задачей было объединить разных композиторов, разные культуры музыкальные, поэтому у нас будет и русская музыка, русские композиторы, и еврейская музыка. Дальше будет следовать интересный очень концерт «Европейская классика в стиле джаз» с группой «Джазиология», и последний концерт «Зажигательные ритмы Латинской Америки» и «Американская музыка». Всех ждем на наших концертах, будет очень интересно, и такая музыка не оставляет никого равнодушными. Гэта так само інша навіна вы можете знайсці на нашым сайте в інтэрнэце по адрасе www.tvrgomel.by.
На гэтым выпуск завершаны. У студыі працаваў Яўген Пабалавец. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.